Салют, друзья! С вами снова Татаргейм, мы по-прежнему с вами выживаем в Lost Island of Survival. И это у нас, ребятки, будет первая часть нашего выживания на общественном сервере. Сервер необычный, и выживание у нас, ребятки, тоже будет необычное. Мы не будем строить кибы, также, да, там будет X, но мы не будем строить какие-то печи, мы будем пользоваться чьими-то, либо же, что мы найдем на РТшках и так далее. Заваривай чаек, кофеек, не забывай подписываться на канал, прожимать колокольчик и ставить лайк под видео. Погнали! Дружище, напоминаю тебе, что у нас есть своя DS-группа. Там ты сможешь найти интересных людей, напарников для игры, для клана и так далее. Также, ребятки, у нас есть два раздела. Это для двух игр. Call of Duty Mobile и PUBG Mobile. Если ты играешь в эти игрушки, тоже залетай, есть отдельные чатики, есть отдельные разделы для наборов в Тиму. В общем, ссылочка будет в описании. Залетай, я жду. Ну что, друзья, решил я все-таки повыживать немножечко, но на необычном общественном сервере. Так как у меня времени маловато для съемок и выживания, соответственно, мы выбрали с не очень, конечно, большим иксом, но все-таки с иксом. И также нам дается на старте оружие. И, соответственно, еще плюс у нас на 1000 слотов рюкзак, который никуда не пропадает. Соответственно, мы не строим кибу, мы не строим свои печи. То есть все, что мы где-либо нашли, мы только этим можем пользоваться. Вот такой типа челлендж я придумал. И нашел, естественно, первую хатку. Первая хатка у нас. Здесь прикольно, что можно как бы деревянные, да, и какие-то каменные постройки, можно их разваливать просто с оружки. Оружку нам дают со старта. То, что у нас есть в рюкзаке, не пропадает. Это как бы неплохо, когда у тебя времени ограничено на эту игру. То есть, ну, реально нет возможности у меня задротить, как наркоманы, да, там по 10 часов в сутки. Просто нет. Так, блин. Пришли, короче, хозяева хаты. Судя по всему. Так, сейчас мы... В принципе, не проблема, да? Не проблемка. Я думаю, сейчас с двумя мы справимся. Просто, да, решил развалить им кибу. Чё бы и нет. Хорошая идея, на самом деле. Нефиг строиться. Меня просто как бы здесь кинуло. Я здесь пару с палочек откинул. И хотел проверить, да, прикол насчет новых... как они, полукрыши. Реально, да, ребятки, добавили новые баги. Я не знаю, как вы планируете в будущем играть, потому что все юзнут, абсолютно все юзнут. И взрывы теперь, наверное, понадобятся в десятки раз больше. Тем более, можно турку там ныкать, и вы ее не сломаете, пока фундамент не снесете. Так, чувачок, ты что-то мне вообще накидал уже нормально. Ну, там хилится, да, наверное? Ну, короче, чисто так решил, да, пофайтиться с чуваками. В принципе, я ничего не теряю в любом случае. Но если у них там есть внутри печки, мы, естественно, заимеем их лут. Большой минус, да, когда чуваки слутывают свои печи. Это вообще прям просто минус огромный. Еще плохо, что у меня нету ни прицелов, ничего. Я не успел, да, не накрафтить, да и плюс ресурсов, да, там не особо для этого есть. Так, зараза застраивается. Блин, ну у них там, походу, пустая хата, я, по-моему, время просто так трачу, нет? Блин, да прицела нету, без прицела не очень, надаль. Да и вблизи, да, тоже что-то не заходит. Челики, короче, меня разваливают, ладно. Смотрим, наблюдаем. И вопрос вообще, это их хата или нет? Потому что изначально я здесь другого чувака видел. До того, как начал снимать. Так, это, наверное, вот этот Соня, это его хата. Так, маск пригодится. Короче, прикол то, что здесь только можно у слиперов что-либо забрать. С чуваков ты ничего не заберешь, с их ящиков. Это, естественно, да, тоже создает свои трудности.
Потому что все влутанные, мне кажется, там под 1000 слотов все забито абсолютно. Но опять же, да, здесь довольно-таки неплохой икс, и поэтому нету смысла прям что-то там фармить и так далее. Самые основные, конечно, так сказать, ресурсы. Это на самом деле оружие, взрыв, порох. Поэтому. Так, что-то челики, короче, ливнули с хаты. Я что-то вообще не понимаю, что происходит. А, вообще ремувает там что-то. Этот сюда куда-то побежал. А, он ищет спалку. Он примерно прикинул, откуда я прихожу. Так, дали минус. Подлечиться. Сейчас они сюда придут искать меня. Блин, ну был бы прицел реально. Я бы его сейчас и издалека бы, наверное, подзажал неплохо. А так только у него получилось... А вот еще плюшка. Плюшку кинул. Вон подружка справа бежит. Так, ну вот то, что они меня с двух сторон зажимают. Что-то челик тупо без оружия. Может, я не знаю, что-то это у него лагнуло или что. Так, подруга агрессивная. Что-то сколько я ее раз пробовал зажать. Ой-ой, урон не проходит. Ой, урон не проходит, блин. Здесь, кстати, да, на этом сервере до хера народу, если честно. Поэтому, скорее всего, из-за количества людей. Из-за количества людей. Так, минус. Ладно, неплохой был файт. Откинуло меня, короче, на аэропорт. Решил посмотреть. Думал, танк есть, но танка нету. Нам нужно оружие, да? То есть это помимо автоматов, да, нам нужна базука. Она же лютая. И снайпа. Да, я хочу, чтобы у меня полный такой, так сказать, арсенал был. Но если у нас еще получится пули Льюиса выхватить, неплохо было бы. Неплохо. По факту, я думаю, как бы мы не будем крафтить оружие, мы его будем находить. То есть, немножечко усложняем. Немножечко усложняем. Хату не строим, это первое, да. Свои верстаки не ставим, чтобы можно... О, ништяк. Ништяк. Так, для базуки мы уже сделали штукенцию. Единственное, да, то, что может базуку я, конечно, скрафчу, если я не найду. В принципе, у нас есть, да, компонент нужный. Все остальное, в принципе, не проблема найти. Ладно. Неплохо, неплохо. Сейчас посмотрим, может, фиолку мы еще глянем. В общем, такое, да, необычное, нестандартное выживание. Поэтому, ребятки, если вам нравится, то пишите комментарии. Я планирую, да, это выживание записать на несколько частей. Интересный сервер. Мне на самом деле нравятся такие сервера. Ты просто бегаешь, получаешь удовольствие, да. Ты не орешь, да, там, с того, что у тебя там какой-то лут отобрали. Не разбиваешь телефоны, не удаляешь игру из-за этого. На Харборе, короче, было пусто. Здесь есть, да, у нас что-то. О, фиолочка ништяк. Фиолка ништяк. Забираем. Турка, ну я не знаю, переработаем. Так, компоненты тоже собираем. Компоненты мы тоже особо крафтить не будем. Единственное, наверное, если только, допустим... Так, заглянул на милочку. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, бадик, ништяк. Так, тут у нас, по-моему, синька будет сейчас. Блин, что-то я, короче, разучился. Я 100 лет уже вообще не бегал, ничего не лутал. Сейчас синечку посмотрим. Так, зараза, фиолки нету, да? Ну ладно, у нас там еще есть фиолка. Можно, в принципе, ее поюзать дальше. Компоненты собираем. Погнали дальше. Так, вот она наша фиолочка. Чем порадует? В принципе, нам нужна базука. Базука и снайпа.
Узики, конечно, прикольно. Все на М-ках гоняют, мне узики дают. Так, Бобовича берем. Нормально. Так, ну чё, да конечно, топ-топ ящик, как обычно, вообще, в своем этом репертуаре, блин. Ладно, пошлите дальше, что-нибудь еще поищем. Так, на бандитку ворвался, тут тоже фиолочка. Тоже фиолочка. Уже, да, нашел там человечка, подкрафтил у него. Даже не человечка, там был просто стол на улице стоял этот верстак. Продвинутый, видимо, кто-то себе что-то делал. И я наделал себе разных приколюшек для оружия. Ну, прицелы. Так, пламигаз. Топ ящик, ребят, топ ящик. Просто бадики. Там вообще сервер 28 дней было написано. Но сейчас, естественно, уже меньше осталось. Так, дробаш. Здесь по факту уже должны сихи выпадать. Сихи, Дина. Так, на Харбор. Давайте сейчас еще заглянем на Харбор. Посмотрим. Там я синьку глянул. Там, в принципе, что-то есть. Пару ящиков. Хрен с ним. Еще лайфхак, да, на таких вот этих серверах. Просто киляйтесь перед выходом. И тогда у вас никто ничего не заберет. Ну, то есть вы не будете слипером. Так, что нам дает? Угу. О, для снайпы ништяк. Для снайпы не было у нас. В принципе, да, на крайний случай, опять же, мы снайпу тогда скрафтим. Но будем стараться найти. Так, фиолочка, что у нас? Чик. О, бадик еще у нас, блин, вообще не... О, уху, фига себе. Нормально, два дина и плюс еще бадик на снайпу. В принципе, неплохо. Нихера нормального, короче, блин. Ну как, два дина плюс на снайпу. Хрен с ним, пойдет. Так, нашел, ребят, короче, первую жертву. Прикольно, здесь можно такие хаты, короче, просто с автомата. Стенки, ну, стенки подольше, да? Вот, смотрите, слипер, вот с него можно вытянуть лутецкого. Ух ты, блин, заряженный какой. Так, калаш забираем, кубик тоже заберем. Хавка, патриков 2400. Короче, блин, все забираем. О, у него тоже, смотрите, на снайпу есть. Бадик. Слушайте, ну, компонентов, в принципе, прикольно. Как бы компоненты, скорее всего, я буду делать эти веревки. Бечевку. Потому что бечевки дофига надо. И, блин, вряд ли я ее столько буду искать. И вряд ли я буду лутать бочки. Ой, ну лутать. Фармить бочки. Это такое себе. Так, неплохо. Вы видели, сколько там угля? Ладно, погнали дальше. Нам нужно по максимуму из него вытащить. Так, дробаши тоже возьмем. О, отлично, снайпа. Снайпа, ребятки, то, что нам надо было на самом деле. Зачем ему железный сет, я не пойму. Вообще не пойму, зачем железный сет. Так, хавка, это все прикольно. Блин, я не могу промотать вниз, поэтому нам придется походу его слутать нормально. Он еще жирненький такой. Так, две бобовки, ништяк, зашли. Смотрите, у нас уже по взрыву, блин, 6 бобовок и 2 дина. Можно небольшую хибу зарыдить спокойно, без автомата.
Блин, ну придется, конечно. Блин, у кого, ребят, такая же проблема? Кто не может вниз прокрутить? У меня и со спальниками такая же фигня бывает. Если у меня, допустим, 5 спальников, у меня вниз не крутится, чтобы на другой спальник переключиться. Такие потрошки ему зачем, чувак? Ты чё? Капец, у него нормальных, да, 2400 патронов, он что-то херней страдает. Короче, с лутовым пофиг, все, мне кажется, и там... О, видите, смотрите. 20 у нас этого. 20 взрыва у нас там есть. Теперь. Слушай, ну это, в принципе, это 4 дина. Неплохо. Господи, сколько всего, сколько всего. РПГшку, кстати, я уже нашел, забыл сказать, да? РПГшку я нашел. Так, ну карточки, карточки все слутываем. Нам нужны карточки. Зеленые, конечно, не очень. Сейчас посмотрим. Вот, видите, у него есть нормальная броня. Я не понимаю, зачем ему там железная нужна была. Ну, видимо, какой-то свой прикол. Какой-то, видимо, свой прикол у него. Господи, нахер ты столько говна таскаешь? Объясни, чувак. Смотри, он топорами еще пользуется. О, еще фиолка. Бля, а что они у него так рандомно разбросаны? Так, ну в принципе, что мы у него? Две фиолки, по-моему, уже вымутили. Так, железо МВК тоже нормально. На фарм пойдет. На запчасти. СМГшка. СМГшка. У чувака СМГшка, нафига? Еще фиолка. О, для мод скрама есть. Нормально, скрафтим. Блин, были бы, да, такие жирные на бладе, вообще было бы, конечно. Короче, здесь не особо, как бы, вариант строить прям дома какие-то, кибы. Либо же кибы такие небольшие, да, одну печку туда ставите, чтобы она была неприметная. Тогда еще, как бы, скорее всего, не затронут. Господи, сколько мне надо выкинуть? Так, ну то, что снайпа есть, это вообще прям... Это на самом деле козырь. Нормально. Так, теперь нам нужно его шкаф найти и посмотреть. Я слышу, печка здесь, да, еще? Кряхтит, помимо всего прочего. Что-то он здесь мутил, короче, с кнопками, смотрите. Забавный тип. Так, минусанули дверьку. Ну, он неплохо, неплохо. Хоть какой-то, да, у нас... О, еще спалка. Тоже минус. Принципе, неплохо идем. Сейчас мы, наверное, еще здесь что-нибудь накрафтим для нашей снайпы. Блин, урон, конечно, маловато. Пишет 180, да, как она, М24, да, у нее урон побольше, чем у К31, потому что патрон у них на М-ку идет калашный, да? И, соответственно, за счет этого урон больше получается. Так, плюс моцик у нас теперь. Тоже неплохо. Заряженный, да? Ну, в принципе, что здесь не заряжать его здесь? Топливо вообще. Хоть жопой жуй. Так, шкафчик сейчас тыц. В принципе, пускай здесь, короче, плавит. Мы еще придем сюда. Так, чуть с горочки, да, спустился, нашел еще хатку. Сейчас глянем, да, я слышу, что печи. Слышу, что там печи есть. Скорее всего, это чья-то печная, чисто отдельная. Блин, когда порох крафтится, прикиньте, я не могу, короче, нормально в конец это. Сбрасывает. Текс, что у нас там? Ой, печей сколько. Блин, ну-ка, пустая.
Короче, походу, вот эти две только будут нормальные. Блин, а недавно, недавно, где-то минут 10 назад заходили. Ну, по одной печке точно. Блин, а чё он все-то их не это? Блин, нафиг столько печей ставить, да, и у него всего две работает. Можно было и не заморачиваться с такой большой кибой. Так, ладно, пускай плавится, опять же. Я не буду, да, прям доламывать. Если там, допустим, какие-то челики прям агрессивные будут, конечно, я буду стараться в ноль выносить хату. Так, чё мы, как обычно, в западне, да? Но у меня на крайний случай лестница есть. Так, нашел тоже рядом с Айром еще хатку. Непонятно, двери открыты, все открыто, но вот тут за стеночкой я чувака обнаружил. Так, ну ладно, патрики. В принципе, сойдет. Все, так как у нас нету кибы, да, и мы особо ничего не делаем. Ну, да, там не крафтим, пойдет. Так, выдвинулся. Короче, я с харбора смотрю, тут какую-то вообще прям херню отстроили. Надо глянуть. И там, вон, смотрите, челик бегает. Там челик бегает. Еще какой-то не русский, короче. Ну, в смысле, в плане, что не русскоязычный ко мне какой-то подсосался. Блин, он что, меня не видит, что ли? Подсосался, что-то дружбу принял, но мы его, наверное, минусанем. Он нафиг не нужен. Так, дверь забыл закрыть, чувак. Так, чувак, ага, бегает, непонятно, сверху, снизу. Короче, наша цель вообще в любой хате, это по факту печки. Так как у нас своих печей нету, да и в принципе дома, поэтому мы как цыгане, опачки, апнул стенку, ну дружище. Мне главное, чтобы он сейчас верхнюю не закрыл, иначе придется киляться и меня. Салам алейкум. Оп. Блин, черт, а тут-то я, наверное, не вылезу. Ну да ладно, тут печки. Посмотрим, что у него в печах. Блин, МВК 5 хат всего. Серы нету. Ты что здесь сделал, чувак? Минус тебе. Двойка тебе, блин, за домашнюю работу. Так, ну короче, если я ничего больше интересного не найду, я вырежу. Вырежу кусмарь. Ребята, короче, здесь вообще нормальные такие хатки строят, если честно. Смотрите. Базара нет, да, и их с печи быстро, это, быстро конопатят, конечно. Че нет-то, если да. Так, у меня, короче, нужен увеличенный. Блин, когда рейдишь с автомата, кибы, очень-очень быстро расходуются вот эти материалы. И самый прикол, вот мне очень это интересно. Каким образом юзается, да, когда ты просто выбиваешь дверь, прицел? Вот как он ломается? Трясет его, что ли? Как? Не понимаю. Ну, в общем, короче, если ломается, то все сразу. Так, посмотрим. Вроде киба здоровая, но я что-то не вижу, да, чтобы здесь какое-то телодвижение было. Так, она что, гниет, что ли? Или ее бахали уже? Ага. Да, ее, походу, бахали. Ну, сейчас посмотрим. Может, что забыли. Может, была цель просто зарейдить. Да, хата непонятная, смотрите. Ничего не укреплено, ничего не закрыто. Да, две СМГшки, ништяк, забыли, чуваки. О, прикольный, да, этот? Ой, сколько печей. В печах, соответственно, ничего, я думаю. Блин, а как смастерить такого же снеговика? Кто скажет? Так, ладно, здесь, в принципе, у нас ничего, но я когда сюда подлетал, вот тут вот я кибу видел. Думаю, мы сейчас ее
Распотрошим, почему бы и нет. Имеем право, нам нужно больше взрыва, больше пороха. Больше взрыва, больше пороха. Потому что реально, да, есть вот такие вот МВК-хаты. И на некоторые, я так предполагаю, дофига надо. Так, что-то она подгнивает, либо ее тут уже пробовали коцать. Так, ладно, Дина. Диной бахнули. Чуть-чуть. Бамс. Так. Кто у нас тут? Здесь, да, скорее всего, что-то есть. 100%. Если дверь стоит, значит, сюда что-то... А, ну вот челик, да. Нам надо челика обсмотреть на наличие пороха. Серы, угля. О, еще один, нифига. Как я его не заметил. Так, пороха чуть-чуть. Компоненты. МВК-270 заберем. Так, пружинка тоже, кстати, надо будет не забыть. Блин, единственное, вот опять же минус, это вот если у кого дохера всего, это, блин, приходится его в половину слутывать. Не очень удобно. Так, ну все, мы его вроде выгребли. Так, тут по Децелу осталось. Ну, чейк. Так, это вообще голый. Надеюсь, хоть что-то у тебя будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, офигенный этот. Офигенная бронька. Нифига себе, МВК, смотрите. Железо почти по сотке тысяч. Пороха немножечко вымутили. В принципе, палки, наверное, еще заберем. Хавку заберем. Ну, все остальное мне как бы не особо-то и надо. Да все, наверное. Да, вот с палочки забрал и все, наверное. Ладно, неплохо идем. Идем неплохо. У нас уже 12 тысяч пороха, 20 взрыва. Чик. Так, что в печке? О-о-о, нормально. Еще. Еще плюсом. О, блин, здесь шкаф был. Блин, надо было шкаф сломать проще. И пойти нормально это расковырять. А я там дверь долбил полчаса. Шел на аэро и услышал выстрелы. У меня здесь недалеко возле аэро откинуты две спалки. И я увидел какой-то замес. Чик. Тут вообще, короче, две тачки, если что, катается. Сейчас не знаю, мы вторую увидим или нет, потому что что-то она куда-то вправо уехала, в сторону гастейшн. Так. Что-то со снайпы-то не очень заходит. У меня почему-то только на этом. На стриме прям нормально с нее получается. Особенно если какая-нибудь снайпа бога вообще заходит на ура. Чего я не понял, что тут за туса джуса, надо разобраться. Так, тут челики вот передо мной прям в упоре. В упоре развлекаются без меня. Что-то меня не позвали на этот сейшн. О, как выше-то. 86 урона всего. А что надо сделать, чтобы урон был больше? Подскажите, пожалуйста. Блин, он что, знает, куда я стрелять буду? Он же прям вправо направлялся. Да, ей повезло чуваку. Повезло, повезло. Так, тачку тоже надо. Что, пойдем поразваливаем их, наверное. Вряд ли мы у них что-то заберем, конечно. На это надеяться не надо. Так, стоять, лежать, дружище. Где друзья твои? Ты же не один здесь. Ой-ой-ой-ой, со спины зашел. Блин, ну я нуб, но он-то еще больше нуб. Вы видели? Он просто он со спины меня не убил. Это что надо каким быть? Так, вот у него, кстати, броньку. А, ну мы никак не заберем, да? Так, нам бы подхилиться где-нибудь.
Сейчас главное, чтобы никто не зажал нигде. Потому что я не знаю, может, у них здесь где-то лежат спалки. Печаль, беда, да, то, что с их ящиков ничего нельзя забрать. Бронька у него хорошая была. И что, это все, что ли? Где-то еще стоят, вон там, да, где-то левее стреляют еще. Где-то еще левее стреляют. О, бежит, бедолага. Ой, снайпа. Ой-ой-ой. Здесь еще у меня подлагивает, короче. И туда, куда я стреляю, там по факту уже чувака нету. Поэтому как-то оно вот так вот прилетает. Не, ну реально, да, потому что кто на моих стримах был, в принципе, да, я неплохо со снайпы стреляю. Даже по движущимся целям. Так, у них, значит, где-то... Ой-ой-ой, смотрите, откуда... Не понял, там же никого не было. Там никого не было, чушка. Так, как тебе отцовский зажим, а? Ой, еще один нарисовался, не сотрешь. Блин, ну вот это со спины уже не промазал. Это профик. Так, ну они что-то тут продолжают файтиться. Я что-то не понимаю, за что борьба. Видимо, челики... Ух, как хорошо, а. Ребятки, за такой выстрел можно как бы и лайкос. Блин, ну для снайпы, конечно, было бы неплохо на такие дальние расстояния восьмерочку иметь. Но мне до восьмерки, короче, как до Китая раком, блин. Восьмерка, это мне не видать ее. Хрен знает сколько. Так, я так и не понял, там кто-то кого-то положил или что? Я видел, да, то есть чувак полз туда, значит, он полз к своему чуваку, ну, к кенту к своему. Сейчас мы их распердолим. Так, по факту их трое. По факту их трое. Так, вот, бежит, вижу, один. Второй выбежал. Так, что, дружище, в спину, как тебе вообще ощущения? Расскажи мне, не колет, ничего? Куда ты убегаешь, чувак? Давай драться, ты чё? Блин. Вот ему там... Ах ты, зараза. Он чё, с пулика, что ли? Блин, пулик надо, короче, реально. Там сколько патриков? Пуликом рейдить, наверное, можно. Мы, наверное, потом скрафтим. Так, ладно, в принципе. Отомстили чувакам. Отомстили чувакам. Так, нет, там еще кто-то стреляется, да? Или мне показалось? Да, вон там стреляется, вон тачка ездит. Ладно, сейчас попробуем навалять. Блин, ну там реально бы, если чувак бы со спины не зашел бы, я бы этих двоих развалил бы, конечно. Точнее, я там одного-то и так уже развалил. Но здесь вот вся игра такая, понимаете? Вам будут в крысу заходить сзади. Никто вам в лицо стрелять не будет. В редких случаях, во всяком случае. Я, допустим, что на бладе, что на стандарте не играю. Вот неважно. Всегда со спины. Всегда со спины. Абсолютно. Всегда. Просто 100% к вам заходят со спины. Вас убивают. Говорят, какое вы чмо. Потому что они в крысу вас зажали. Ну и так далее. Так, слушайте, чувачок-то агрессивный. Чувак-то агрессивный. Я понимаю, что где-то слева еще чувак есть. А, прожал, смотрите, через камень. Эх, игра, я уже за камнем был. Там два патрика точно не мои. Блин, да как так? Плохо, кстати, да? Что нельзя двигаться. Так, нашел хатку. Чик. В смысле, как он двинулся-то? Он что, знал, что ли? Чувак вообще не понимает, что происходит. У меня еще с глушаком, короче. У меня еще с глушачком памс положили.
Так, ну у него, значит, бронька обычная, скорее всего, да, там получается 280 брони. Это у меня как бы 320, если я фул подлечусь. У него 280 фул. Потому что, что я 105-105 дал, и потом просто в тело. Даже с трех пуль в голову он бы, в принципе, должен был выдержать. Так, у них тут шкаф вообще изи. Шкаф на крыше, ребятки. Кто вас научил такому? Рассказывайте. Так, порох крафтится. Чувак, ты куда полез? Иди обратно к подружке. Так, с палочки сразу стараемся все ломать. Так, переставим, чтобы нам, если что, сразу же сейчас поставить свой. Надеюсь, сейчас из этого что-нибудь интересное получится. Если не получится, будет плохо. Что-то они там не шевелятся. Чуваки, меня надо там антирейдить, как-то стрелять в меня. А, печки слутываем, да? Ой, ты меня разозлил. Смотрите, лутает печку, стоит, а? Засранец. Мою печку уже. Ой, блин. Блин, хорошо я не спустился, да? Вот это бы он сейчас зажал бы в меня. Ай, блин, вот это да. Печки слутал. Ну, тут точно 3000. Ладно, 3000 пойдет. А ничего, чисто на уголь 4000. Ой-ой-ой-ой, какая стройка. Какая стройка. Капец, как он, бедолага, не убил меня? Вообще не понимаю, как он не убил? О, ништяк, вообще рядышком меня, прикиньте. Я думал, ГГ, короче, придется забыть про них. Но нет. Будем продолжать. Так, шкаф, короче, они мы разобрали, но вообще пофигу. Так, сейчас попробуем бобовки слепить. Чё, порох-то есть? Порох есть. Чё? А, обычный верстак? Да ладно. Так, я у них вот тут где-то видел это. О, смотрите, апает уже в железо. Вот здесь у них... А что они? Нифига себе, они в половину, прикиньте, закрыли. Вот здесь вот у них еще верстак стоит. Сейчас попробуем. Я надеюсь, там третий будет. О, ништяк. У них там внизу верстак, я видел. Я когда шкаф ломал, у них там верстак был рядом. Удобненько, да? То, что через стенку можно крафтить. Так, ух ты, блин. Откуда... А, вон он вышел, бегает. Так, ладно, отмена, отмена. Надо подлечиться, этого развалить и разбахать нафиг потолок. Скорее всего, они чуть ниже поставили шкаф уже, где у них печки были. Так, шкаф нам пригодится. О, уже отстроил вышку, ну ты вообще молодец. Чувак, ты молодец, спора нет. Не попадаю, да, нифига. О, апнул еще, красавчик. Слушай, за верстак прячусь. Вообще, первый раз в жизни такой. Так, давай, чувачок, отлетай. Я тоже отлетел. А, застраивают уже, короче, крышу. Блин, капец, мне надо их добить. Они меня просто что-то выбесили уже. Уже какой раз? Какой раз я ложусь? И меня это прям накаляет. Блин, хпшки мне еще оставляют, зараза. Так, ладно, крышу он построил. У нас уже какое-то прикрытие есть, в принципе. Нам даже не надо сильно заморачиваться. Сейчас мы крышу расковыряем. Но шкаф там 100% под этим потолком. Они сильно не заморачиваемся. Вот, да? На крайняк порох есть. Мы куда-нибудь разбахаем еще. Блин, сверху. Не понял, а как он там оказался? Что, тут лестница, что ли?
Да вы достали, чуваки. Дайте нормально зарыдить. Короче, они уже не застраивают, я не знаю, что-то кто-то их тут еще, походу, помимо меня бахает, либо это они сами делают. Чуваки вообще расстроились. Так, держи, блин. Не ломай, я сам доломаю. Чувак, давайте по-честному, я вас начал рейдить, я вас и буду доламывать, а не вы сами себя. Так, все, минус, чувак. Не где-то здесь вон с палки, одну я сломал. Я-то думал, у них в доме с палки, прикиньте. Я думаю, ну я же вроде все сломал, откуда они берутся. А у них здесь, короче, по периметру. Что ты, не стреляй, блин. А ты в меня стрелял? Стрелял. С той стороны, короче, на улице у них эти. Да давай ты ломайся уже. Давай, 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 шкаф. Шкаф, 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 шкаф. Так, все, закрываем, чао. Чао, бомбино. Так, потолочек сейчас тоже закроем. Ну все, в принципе, можно ломать потихоньку. Шкаф я, наверное, не буду прятать. Что они уже с ним сделают? Ничего они уже не будут делать. А, они, скорее всего, сейчас уже ливать будут. Ну, я так предполагаю. В принципе, я бы так уже и сделал, потому что... Ну, смысла уже там что-то пытаться. Чё ты? Чучело, держи. Короче, как-то так. Развалили хатку. Блин, ну тут прикольно. Короче, сервер реально классный тем, что ты можешь спокойно порейдить. Да, где-то отточить навык онлайн рейда и так далее. Ну, тупанул я, конечно, тупанул изначально. Можно было сразу же положить одну спалку изначально, чтобы, если что, не это, не дергаться. Плюс я еще начал печки там рассматривать. Надо было быстро этот самый выход сломать и поставить стенку. И тогда бы с первого раза. Ну, вот видите, как раз вот на таких моментах можно ошибочки свои посмотреть, да, как вы что не так делаете. Ну да, вот они, спальники у них. Ну что, друзья, будем потихонечку прощаться. Вот такой вот у нас первая часть такого вот нашего выживания. Где-то половину проискали базуку, да, снайпу. Но, думаю, в следующих будет и поинтереснее. Да, попробуем побрать здесь дропы, потому что здесь на дропах нормально народу. Здесь на карго тоже нормально народу. Если ты еще не подписан, обязательно подписывайся на канал, прожимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, либо стрим. Ну и, соответственно, на группу DS ссылочка в описании. Пока-пока.